Привет всем, меня зовут Татьяна Андреева. Сейчас я покажу вам, как сшить легкую сумочку на весну и лето из ненужных джинсов. Вообще, вместо джинсов можно использовать любую плотную ткань. По шаблону, который есть в описании к видео, вырезаем из джинса такую заготовку с припуском на шов в 1 см. Такую же деталь вырезаем из другой ткани на подкладку. Подкладу по желанию можно не делать. Из любой ткани подготовьте 2 такие полоски и утюгом сделайте складки, вот так. Этими полосками мы закрываем вот эти края сумочки. Скалываем булавками, а затем прометываем и пришиваем на машинке или вручную. Дальше пришиваем молнию к только что обработанным краям. Вот что должно получиться. Выворачиваем заготовку сумки наизнанку и делаем складки внизу сумки таким вот образом. Потом сшиваем сумку с боков. Отрезаем лишнюю молнию и выворачиваем сумку на лицо. Из джинсов я сделала тонкую длинную ручку и пришила ее к сумке, задекорировав эту область яркими пуговицами. Все, сумка полностью готова. Хорошего вам настроения, благодарю за просмотр и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых выпусков. Всем пока!